Теперь к новостям с Украины. В Верховной Раде наконец зарегистрирован проект постановления об определении отдельных районов Донбасса, где будет введен особый порядок местного самоуправления. Этой ночью на рассмотрение парламента его внес Петр Порошенко. Документ датирован вчерашним числом, но Киев все равно нарушил Минские соглашения, поскольку в них четко прописано. Закон об особом статусе должны были не просто внести, но и принять до 14 марта. Однако ближайший день, когда Рада может заняться постановлением, это вторник, 17-е, когда запланировано очередное пленарное заседание. И вот как только что стало известно, власти ДНР не получали из Киева проекты закона об особом статусе, об этом сообщает Денис Пушилин, хотя проект документа должен быть обсужден как минимум в формате рабочих подгрупп контактной группы, сказал Пушилин.